Пока команда No Motors отстаивает наши флаги в Хмельницком, я же остался здесь, в Киеве, на организации финала. А еще сегодня пройдет немаловажный ивент, это впервые презентация фильма от автоблогера. Серый, пускай пройдет все настолько круто, чтобы ты захотел снять продолжение. Так, как говорят, а? 6 років. Які у вас є регалії? Що ви, де ви отримували перемоги? Чемпіон України 17-го року, бронзовий призер чемпіонату. Те, що мама поїдеш туди. Це вже наступне. А, так? По-друге, автомобіль всім відомий, Мерседес. Скільки кінських сил? Что ж, вот и закончился этап в Хмельницком. Эрнест Асатуров занял 1-е место, Сергей Кремец 2-е, с чем его и поздравляем. Ну а мы уже сейчас в мультиплексе пришли посмотреть, что же там такого смонтировал и снял Серега. Я думаю, что он зал взорвет. Разберемся сначала, что такое 9FF. 9FF – это небольшая мануфактура, основанная на западе Германии в городе Дортмунд в 2001 году.